Ну, теперь надо за продуктами и за арбузом. Ой, там начались итальянские дни. Какую устроили инсталляцию. Лимончелло, тарелочки красивые. Люстрень какая. И все в лимончиках. Птицы летают здесь. Залетела. Всякие беседки красивые понаставили. Мебель для дачи. Кстати, здесь дешевле мебель, чем в метро. Разные вариации. Комплект из 8 кресел, стол. Громаднющий стол. 8 кресел. 240 тысяч. Шашлычница есть. Так, это 386 стоит. Вариация с белым. Здесь похоже на китайский стол. Нет, не двигается. Сейчас центр посмотрю. О, точно китайский стол, который двигается в центре. Это идеальный стол. Когда накрываешь, в центре все стоит, и каждый двигает, как кому удобно. У Агаларова гигантское количество сковородок. Гигантское. Вот хорошие сковородки. Они по скидке, кстати. Они действительно стоили 7 тысяч. Очень хорошие сковородки. Kitchen Star. Они наши, но они такие толстенные. Они не выгнутся. Каменное покрытие, гриль. Сейчас на них скидка. Очень много разных. Вот прям. И вот Kitchen Star тоже. Разные покрытия, разные модификации. 1800. Кастрюльки. Ну, кастрюльки, ладно. Я кастрюльки люблю стальные. А вот сковородки все равно нужны с каким-то покрытием антипригарным, соскальзывающим, которое, ну, яичницу только на этом можно пожарить. Пижамы, носки, халаты, колготки. Вот у него колготки. 219 рублей. Хороших фирм. 250. Сейчас самое время покупать колготки. Самое время. Можно самые классные колготки купить за хорошую цену. У него пока, ну, так же, как и ваша, носки мужские, всякие разные. Так, детские даже есть. Вот если нужны полотенца в Москве, вот если надо купить какое-то очень хорошее полотенце, это нужно в сеть «Твой дом». Здесь разные фирмы, разных цветов, разных модификаций полотенца. Каких угодно цветов. Такие лаконичные, дорогущие. Не только в цене, по цене дорогущие, но и по исполнению. Любых оттенков. Бежевые, светло-бежевые, серые, сиреневые, неолиповатые, с бесподобным махрой. Такой мелкой, крупной, велюровой. Причем по цене очень нормальный. Вот сейчас идут турецкие полотенца. Классные. И не турецкие. И вот такие комплекты красивые, итальянские. Даже есть полотенца, набор из 3 штук. Ну, кстати, вот итальянские по виду хуже, чем и турецкие, и португальские. Вот эти гораздо лучше. Вообще турецкие самые лучшие полотенца, на мой взгляд. Хотя вот наши российские офигенные. Махровые полотенца еще красивее, еще нежнее. Никогда не думала, что наши полотенца российские такие классные. Они даже визуально лучше, чем... Обалдеть, нежнейший хлопок. Супер качество, лучше, чем португальские, итальянские и турецкие. Это тоже Россия. Ой, халатики хорошие, вафельные. Двусторонние. Обалдеть. Я говорю, если надо в Москве купить полотенце, это в твой дом. Море, море. Причем вот именно лаконичные полотенца. Никаких цветочков. А это Турция, да? Никаких цветочков. Российские круче всех. Вот иду, трогаю. Португалия. Хорошая, вот Португалия очень хорошая. Я любила всегда Турцию, но никогда не знала, что такое Португалия. Хорошие португальские полотенца, цена отличная на португальские полотенца, цвета необыкновенные. У нас тут еще есть скатерти льняные, но это индийский. О, индийский хлопок, это круто, я же говорю. Если надо что-то найти классное, это сюда. Индийский хлопок, это скатерть.
Получается размер. Размер 140 на 240. Большой. Сейчас скатерть. 180, в сером цвете. 180. И 180, да. Два размера. 2300 и 3200. Ну, вот эти лаконичные, классные. О, греческие даже есть. Это Турция. О, и Греция ничего. Даже очень. По цене дороже, чем Турция и Португалия. Но цвета сказка. Я говорю, это рай. Цены на турецкое полотенце — это просто мечта. В этой коллекции есть все. Это полотенец для ног. Сейчас вот время скидок, и все сюда за полотенцами. Так, Греция необыкновенная, но Россия наша не хуже. Наверное, я бы сказала, Россия лучше всего тактильно. Красивенькие. Ох, велюровых полотенец. Кстати, велюровые полотенца редко где можно сейчас найти в нынешние времена. Вот, пожалуйста, наши российские полотенца. 800 рублей. 800. Вот это просто вот детское облачко. Вот для детской кожи, для необыкновенное полотенце. Просто необыкновенно. Такой пушистый хлопок. Сказка. И цена 2000. Полотенце 70 на 140. Россия молодец. Вот российские полотенца. Маленькие, большие. 400 вот по скидке. 50 на... Это дочерняя компания. Ага, на 80. Такой мелкая ворса. А, классно. Прям вот меленькие. Мелкие. Вот прям петельки настолько мелкие. Настолько приятные на ощупь. Я же говорю, если надо постельное белье, халаты, подушки, одеяло, пижаму. Самое классное постельное белье здесь. Скатерти. Это все только сюда. Это рай. По-другому никак не скажешь. Причем их же много, этих магазинов. Они все по МКАД. Вот это на Микинина. И одеялка. И сейчас самое время, когда все это скидывают по идеальным ценам. Стоило 6, теперь 3700. Российские. Верблюд. Бамбук. Лето. Это идеальное время для покупок для дома. Пожалуйста. Одеяло. Легкая, стоила 6, теперь 3500. Самый большой ассортимент постельного, самый большой ассортимент Керхера уборочного. Моющие пылесосы, паровые ролики, большие, маленькие. Керхер здесь, подушки здесь, одеяло здесь. Это самый классный магазин. Настолько грамотно работают в этом магазине менеджеры. Вот такого большого ассортимента в Москве нигде не найти. Надо из одного магазина скакать в другой. В этот приезжаешь, и можно купить все, что хочешь. Можно купить шторы, готовые уже, портьеры, вот, покрывало к портьерам. Портьеры толстые, тонкие, 10 тысяч, 8 тысяч. Российские шторы, покрывало. Шторы. Вот штора. Размер 240 на 275. Две штуки. 8200. 7 тысяч. 10 тысяч. Разного качества. Уже сшитые, готовые. И тюлевые, и плотные, и льняные даже. Вот за 3000 льняная шторина. Покрывала тут же в цвет штор. Белье. Здесь белье необыкновенного качества. И сейчас вот по скидке. Красота же. Такого качества хлопок. И вот цена, скидка. Как раз летом. Только летом. Это все шторные ряды. Это карнизы. Какие хочешь. Модификации любые. Роль ставни. Жалюзи готовые. И вот это магазин. Реально он соответствует своему названию. Твой дом. В этом магазине можно свой дом преобразить. Даже вот эти швабры всякие, которые с китайских сайтов. Здесь 1200. Вот швабра закручивающая.
1200 с швабра твист и швабра с отжимом. Сорняки, швабры помыть. Кстати, очень много турецких тряпок, отмывающие любую стальную кастрюльку. Идеальная тряпочка, в меру жесткая, цвета такого, который не будет создавать визуальный шум. Это тряпка для тефлона, а это тряпка с сеточкой для мытья посуды, универсальная. Косметика. Россия, косметика, Китай. Тоже можно здесь прийти, пощупать и купить. Большой ассортимент моющих, самых разнообразных. Пожалуйста, есть Израиль, гель для мытья посуды, литр, 700 рублей. Что еще есть? Турция, гель для мытья посуды, 200 рублей. Что еще есть? Япония, гель для мытья посуды, 300 рублей. Таиланд, гель для мытья посуды, 290 рублей. И России, конечно, много России. Кореи полно. Вот также для уборки здесь тоже собрано самые такие вот нужные вещи. Эстония есть, Россия есть, Израиль есть для уборки. Редко где встретишь. Турция отличная. Вот эта сталь отмывает идеально. Германия, Япония. Это все для уборки. Таблетки и наши, и импортные. Здесь вот самый классный набор. Пожалуйста, вот вам таблетки. Скидки 1000 рублей стоят. Сколько там таблеток? 48 таблеток. Я люблю здесь отдел с порошками, с пятновыводителями. Самый большой ассортимент. Вот и когда мне надо найти вот это японское мыло. Ой, какая цена отличная. 240 рублей. Самое крутое японское пятновыводитель. Вот, пожалуйста, Essence Leon 200 рублей. Essence другой, синенький был, уже купили, Таиланд. Я его хотела купить, нету. Разбирают. Японский, пожалуйста, пятновыводитель, отбеливатель. Японский отбеливатель, скидка. Ну, обычные ваниши, как везде, турецкое. А, кстати, мыло, тайское мыло антибактериальное, 300 рублей. Так, антибактериальное с маслом розы, с кокосовой эссенцией. Целая упаковка хозяйственного мыла с кокосовым маслом стоит 900 рублей. 200 рублей стоит отдельно один кусочек хозяйственное мыло с кокосовой эссенцией. Хозяйственное мыло с кокосовой эссенцией. Две штуки. Вот здесь можно найти то, чего нету нигде. Вот абсолютно нигде. Здесь есть краски. Нет, это не краски. Это я брехнула. Израильский отбеливатель. Не отбеливатель, пятновыводитель. Баги по израильским технологиям в России сделаны. Но есть и Израиль чисто. Не буду смотреть, не вижу. Слеповато для зоркого взгляда. Так, что здесь есть еще уникальное? Есть здесь уникальные таблетки для унитаза. Вот таблетки для унитаза и вот итальянские таблетки для унитаза. Это таблетки, которые чистят внутри все проходы. Закидываешь таблетку. Есть они в японском исполнении. Это итальянские. Закидываешь таблетку, и все внутри чистится. Мы, как правило, чистим снаружи, а внутри налет остается. Так вот, эта таблетка на ночь удаляет весь этот налет во всей трубе. Есть очистины такие же. Эффект очищения. Камни известкового налета и ржавчины. Это уже наши российские антинакипь. 5 таблеток стоит 180 рублей. Отличная цена. Кондиционер. Это супер кондиционеры. Вот этот кондиционер, это кондиционер премиум класса. Никто его не понимает. Называется high class. Это порошки вот этого high class. И кондиционеры, это все премиум класса. Там прям написано. А цена у него такая же, как у обычного кондиционера от той же тайландской фирмы. Но здесь натуральные масла. Вот я вот этот обожаю. Он такое создает приятное облако розы на одежде. Там добавляются натуральные масла и в кондиционеры, и в порошки. Самый классный. Essence стоит 250 рублей, а High Class 221. Причем вот у High Class два варианта. Я вот этот с розой покупаю. Это шедевр. Шедевр. Спрей для дезодорации ткани. Скажем,
Кондиционер для белья «Роза», антибактериальный, 719. Год не было на них скидок, японский. Здесь 600 миллилитров, стоит 719, а здесь литр 200, стоит 960. Турция порошок для стирки белья. И Китай, пожалуйста, как много Китая стало. Китай. Порошки для стирки разные, всякие разные. Люди берут привычные, к чему привыкли. А я всегда пользуюсь новым. Нет, конечно, у меня есть любимые модели для стирки. Это вот мое любимое. Это вот хай-класс. Какая цена у него сегодня хорошая. Хай-класс. Вот Essence, мой любимый. И хай-класс. Это одно и то же, только это премиум-класса порошок. Если Essence универсальный, то этот конкретно есть для цветного, для черного и для белого. Таиланд. Супер. Это номер один. В Москве Essence физически можно купить только в сети «Твой дом». Вот сегодня уже его нету. Его все становится меньше и меньше. Но все равно есть фирма «Леон». Вот этот детский порошок. Мне он, честно сказать, не очень понравился. Я его... А, нет, не этот, вру. Вот этот я покупала, мне он не очень понравился. Этот я еще не брала. Essence я люблю, и хай-класс я люблю. Хай-класс это супер. Ну и всякие тут ваниши три в одном складывают. Фрукты, овощи самые хорошие. Все для дома самое лучшее. Это я на Микинина в сети «Твой дом». Фрукты, овощи, Азербайджан. Красота, красиво упаковано, вежливые продавцы, бесполезных вещей, море. Такому, которого в дом нормально не впишешь. 17 тысяч тарин еще с двумя птичками красивыми, золотая на серебряной ножке. Держатели для вина, рога оленья. Некоторые мужчины засмущались бы взять рога себе в дом. Но видите, для кого-то же сделали эти рога, чаши с рогами, вот, олень с рогами. Не каждый купит. Вот здесь, видимо, много рогов. Никто не хочет их купить. Вот здесь есть крабы с осьминогами. Ложки с вилками, какие громадные. Повесить. Относительно ноги. Ложка. Ножик, ложка, вилка большие. Всякие тарелки с осьминогами. Такие блюдища. Красивые, но обычному человеку оно никак не впишется в интерьер. Тут же большое количество ликеров, печенья итальянского, конфет каких-то таких, которых нигде нельзя накупить. Здесь можно купить пепси-колу турецкую, китайскую. Здесь итальянский кофе 1000 рублей только у него. Овощи, орехи, клубника. Халё. Клубника хорошая. Необыкновенно красивая. Здесь 400 арбузик иранский. Как раз здесь хорошо. Можно брать половиночку. Помидоры шикарные. Пахнут. 150 рублей. 150 рублей. Зелень, значит, здесь кинза стоит. 340 рублей. Укроп стоит 410, петрушка 410 и 360 лук. В половину дешевле, чем везде. Даже в 3 раза дешевле. Здесь есть тархун 1300. Здесь есть шпинат 270 рублей. Щавель 430 рублей. Сельдерей 520 рублей. Зелень. Мята 560 рублей. Что еще? Руккола 560 рублей. Базилик красный 1118 и базилик зеленый 1155 рублей. Даже черемшай за 380 рублей, свежие достаточно листочки. Салаты, коренья, розмарин, чеснок, свекольные листья. Вот если хочется сделать дольму, сколько здесь? Редис классный, редис в пучках, редис целый и фасолька молодая. Это самый классный магазин, обожаю его. Здесь иранские арбузы немножко другие, они стоят 109 рублей килограмм. Сегодня мы их купили, сегодня мы его едим.
Так, абрикосы. Шалах. 180 рублей. Хорошие, красивые, большие. 80 рублей мелкие. Мелкие 230. Пахучее масло. Можно даже попробовать хлебушек макнуть. Российская, коммерческая, фермерская. Здесь по субботам, пятницам, по четвергам, пятницам и субботам и воскресеньям, точнее по пятницам, субботам и воскресеньям бывает ярмарка. Подсолнечное масло обалденное. Необыкновенное. Фермерское. И стоит всего 150 рублей. Супер. Очень вкусно. Ну, здесь есть мука всегда не такая, как в Москве. Есть мука из Ставрополя, да, не Ставрополя? Да, Ставропольская. Разные всякие. По цене хорошая. Здесь есть всякие разные. Здесь максимальное количество чего-то самого необычного. Самого. В Москве в основном всегда в среднем все одинаково. Здесь все отличается. Здесь есть японские супы, японская лапша. Для приготовления все уже тут готово. Просто сварил, смешал и кушай. Японские водоросли. Всякие соусы. Разные. Но сейчас меньше стало. Раньше было больше. Итальянские макароны самые классные здесь. И самое интересное, вот этот магазин, он считается премиум-классом. Он не... Но здесь есть цены ровно такие же, как везде. 56 рублей шлифованный рис. Пожалуйста. Ну, гречневая каша, конечно, загнули в Ашане. 34 она стоит. Но все остальное такое здесь есть. Вот что здесь есть? Здесь есть индийский рис. Классный индийский рис. Басмати премиум-класса. Экстра-лонг премиум-класса. 530 рублей килограмм. Разных есть расфасовок. Большие, маленькие. По 5 килограмм, по килограмму, по полкило. У этой фирмы листочки для дома. Самые классные. В этом магазине самый большой отдел элитного алкоголя. Наверное, самый большой в Москве. Самый большой отдел вин. Вина Франции, Австрии, Германии, Аргентины. Горы зелени, горы. Помидоры необыкновенные. Клубника, каша, лапша и масло. И все. Арбуз 6 килограмм. За зеленью заехали.